Дах над головою потрібен кожній людині. Від того, наскільки він надійний, значною мірою залежить якість життя. Мешканцям будинку 22 на проспекті Леніна з цим не дуже пощастило. Вже кілька років після кожного дощу квартири та сходові майданчики заливає водою. Дах будівлі через тривалий термін експлуатації не відповідає своєму призначенню. Мы когда делали ремонт в подъезде, мы ходили в ЖЭК и об этом говорили. Она начинала только капать, получается. Это было, ну, года, наверное, 4 назад, года 3 точно назад. Это был, наверное, 12 или 13 год. Мы как бы об этом ЖЭКу говорили. ЖЭК говорил то, что у него нет кровельщиков. Мы просили хоть каким-то образом устранить эти неполадки на крыше. За это время, значит, крыша уже превратилась в такое состояние, что мы боимся очередного дождя, очередного снега, потому что уже течет с пятого этажа по первый этаж. Все наши квартиры во втором подъезде считаются аварийные. Я сама два раза уже у себя сушила квартиру и сама выводила плесень и сама клеила обои. Сейчас уже положение критическое. Полностью сгнила пелена. Полностью шифер разрушен, и мы просто в панике от того, одна квартира и моя просто в тяжелом состоянии. У меня все отвалилось, потолок, я имею в виду там шпаклевка и так далее, я уже не ремонтирую, бесполезно. Не могу выйти на балкон. Теперь я сделал, ну, потому что все падает мне на голову. Падает штукатурка, постоянно падает на голову. Я сделал навес. Ну, знали людей, сделали мне навес. Ну, шиферный сделал сначала. Шиферный разбило, теперь я сделал такой волнистый пластмассовый навес. И его уже разбило. Найбільше постраждала квартира номер 12, у якій мешкає багатодітна родина. У нас рушился угол, текла водосточная труба и полностью по стене в детской комнате постоянно мокро-мокро, постоянно после каждых дождей все было мокро. И вода прямо ручьями текла, в прямом смысле слова, то есть все мокрое, все насквозь. И посредине потолка вот кап-кап-кап-кап все это льется. Стан помешкання позначився на здоров'ї дітей. С 3 лет старший ребенок у меня начал болеть артритом. Тогда мы обратили внимание о том, что плесень, о том, что оно вот мокрое. Проблема особливо загострилась цього року. В этом году, получается, как раз только выпал такой хороший снег у нас был, по-моему, то ли 1 января, то ли вот какие-то вот январские первые числа. И хорошо намело, мы сами поднимались, хорошо намело на крышу. Вызывали мы с ЖЭКа работников, они пришли, посмотрели, само растает, все в порядке. Потекло, у меня как раз угловая комната детская, как раз потекло на детские кровати. Мне пришлось собирать детей, отводить к бабушке в однокомнатную квартиру и застилать все кровати клеенкой, так как невозможно было находиться. В данный момент у меня 4 детей. Обязательно у кого-то, учитывая то, что они у меня все аллергетики, эта плесень категорически противопоказана. Я предоставляла документы о том, что ребенок у меня болеет артритом. То, что именно плесень, то, что именно влага, сырость вызывает... провоцирует именно рецидив, то есть ребенок еще больше. Если бы кто-то из них, конечно, увидел, как это все происходит у ребенка, когда его в узелок завязывает руки и ноги, он не может ни ходить, ни двигаться, и насколько проблемно в Николаеве у нас именно этим почему-то не занимаются, не умеют, приходится его возить в институт в Харьковский. Крім того, особливості архітектури старої будівлі становлять небезпеку не лише для її мешканців, а й для перехожих. Дому 59 лет, фасад ни разу не ремонтировался, пелена ни разу не менялась. И вот это, что вы видели, вот это 40-килограммовые глыбы, которые называются лепка, которые не то, что там жалко уничтожать, ее надо реставрировать. Там труба или штыри, ну, от времени сгнили, и теперь они будут бомбить людей, которые проходят возле нашего дома, что по 8 марта, что по проспекту Леніна, что во дворе. Протягом останніх років мешканці аварійного будинку неодноразово звертались до комунальних служб різних рівнів. Ми почали обращатися, нас кормили завтраками, никак, нічого ніхто не зробив.
с 2008 года я уже начала обращаться в письменной форме. Приходили комиссии, смотрели, нашли кучу причин, якобы, ну, других, почему они ничего делать не будут, потому что все в порядке, как мне сказали. Мы ничего не могли добиться 2008, 2009, 2010 год. В итоге мы делаем сами, зашиваем соседями свой угол, для того, чтобы он дальше не рушился. Сами за свой счет меняем трубу водосточную. Думали, все будет в порядке. Когда пришли к главе Заводского района, Карцеву Вячеславу Николаевичу, то он один из всех местных, как говорится, голов, действительно решил помочь нам. И вызывал, и подсказывал. И вызывал Палько, вызывал ЖЭКа начальника. Ну, начальник ЖЭКа не пришел. И Любовь там Викторовна, ей некогда, наверное, с нами общаться, потому что она не желает с нами общаться. До речі, з нами начальник ЖЕКу також відмовилась спілкуватись. Тоді ми звернулись за коментарями до керівництва житлово-комунального підприємства «Бриз», яке є балансоутримувачем будинку. Я просмотрел документы, работаю я с февраля месяца этого года. Значит, ранее просмотрел эти все документы, которые были по этому адресу. Значит, неоднократно обследовались эти дома комиссионно с представителями департамента, нашими представителями. Этот адрес был неоднократно включался в план капитального ремонта кровельных покровлей. Начиная тут, вижу, 13-14 год, и в том числе и по письму по нашему, потребам капитальному ремонту. Улиця Леніна, 22, 2540 квадратних метрів. Вже досить тривалий час мешканці перебувають у стані постійного листування з працівниками комунальної сфери міста. Деякі відповіді викликають не лише здивування, а й обурення адресатів. Вони нам прислали документ, на котором они ссылаются, что они, значит, денег у них на покровлю, на крышу нет, значит, так как они ее потратили, мы так поняли, во всяком случае, с документа, так как они ее потратили на фасад нашего здания. Мы не видим, глядя на наш дом, о каком фасаде вообще ведется речь. И что они имеют в виду, вот эту фразу, что они потратили деньги на фасад нашего здания. Мы не видели никогда, что кто-то пришел и что-то делал. Даже вот проблема с деревьями, и когда была, значит, большая вот такая буря вот недавно, у нас просто летал шифер по крыше, и люди, жильцы, просто вызывали аварийку, а департамент приписал это себе. В принципе, здесь не отрицают того, что хотят вроде бы как нам помочь, но последний абзац гласит, фасад житлового будинку першочергового капітального ремонту не потребує. Працівниками ЖКХ «Бриз» виконані роботи з поточного ремонту фасаду. Нічого виконано ЖКХ «Бриз» не було. Зовсім нічого, розумієте? І стоїть підпис директора департаменту ЖКХ Коваленка. То я думаю, що людина, яка ставить свій підпис під документом любої важності, то вона повинна мати хоч якісь усвідомлення того, що зроблено. Якщо сам не знає, то хай спитає у тих, хто за це відповідає. Вони написали, що вони прислали спецмашини, сделали пелену, почистили каналы, которые в водостеке, и шпателем чистили вот эту штукатурку, которая падает сама по себе от влаги. Она накапливает влагу и сама падает, разрушается дом, потому что у нас кирпич плюс к этому кирпичу основная стена из крымского ракушняка. А он имеет способ втягивать в себя воду и долго сохнуть. У свою чергу, коммунальное предприятие також має претензии до мешканців. Хотел бы немножко обратиться и к жильцам дома.
которые задолжались перед нашим коммунальным предприятием на данный момент 16 877 гривен. При начислении в месяц 4175, то есть практически 4 месяца отсутствует проплата за дом, за обслуживание дома и придомовой территории. Вот эти деньги используются на содержание дома и придомовой территории, чтобы мы могли более качественно выполнять работы по обслуживанию дома. Значит, и вот эта должна работа проводиться. Аварийный дах уже несколько раз обстеживали разные комиссии. Проводя обследование, люди пришли к мнению о том, что там необходимо выполнять работы капитального характера. Работы текущего характера, локально, они не дадут должного эффекта, и гарантии по производству этих работ они не могут дать. Поэтому рекомендовали не использовать деньги бюджета, как говорится, неэффективно, а все-таки рассмотреть вопрос о производстве работ капитального характера. Палько присылает подрядчика Александра Владимировича. Мы все вместе обходим крышу. Крыша в ужасном состоянии. И он составляет, значит, бумагу о том, что нужно провести полностью капитальный ремонт дома. Говорите, что сюда входит? Значит, сюда входит кровля дома 100%, замена шифера, стропила и обрешетка нуждаются в выборочной замене и капитальном ремонте. Дымовод и каналы – капитальный ремонт 100%. Столбики ограждения, фронтоны – 100%. Коньки – замена 100%. Пелена – замена 100%. Водосточные трубы – 100%. Он укладывает вето в это в 900 тысяч гривен. Естественно, Палько на это реагирует и говорит, таких денег нет. И мы опять повисли в воздухе. Частичный ремонт они нам отказывают, на полный ремонт у них денег нет. У департаменті житлово-комунального господарства нам пояснили, що сума 900 тисяч гривень лише орієнтовна. У нас є середня стоїмость ремонту квадратного метра покриття. І от цю от середню стоїмость ми зміряємо площадь кровлі і середню стоїмость ремонту одного квадратного метра. Ми таку цифру орієнтовно називаємо, тому що дом доволі великий. Конкретну цифру вже більш точну будет известно после исполнения проектно-сметной документации и ее экспертизы. Фахівці вважают, что частковый ремонт покрівлі не вирішить проблемы. Нужен результат конечный, чтобы был. А при наличии, при выполнении вот таких мелких работ текущим ремонтом, оно ничего не даст. То есть я считаю, да, что дом... Кровельные работы, в том числе и ливневки, подлежат, ну, а ливневки выполняются, меняются при выполнении капитального ремонта кровли. Работы с подготовки до капитального ремонта даху уже розпочаті. Нами было дано задание соответствующей проектной организации произвести и изготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт кровли Проспектлина 22. На сегодняшний момент проект в работе, он еще не готов. Сдвиги в этом направлении есть. Значит, если заказана проектная документация на производство капитальных работ по этому адресу, значит, после выполнения проектных работ, экспертиза проекта и при наличии денег, скорее всего, это будет по итогам работы за 9 месяцев, я думаю так и считаю, что этот адрес будет включен в план капитального ремонта и работы будут выполнены по этому адресу. Мы рассчитываем о том, что будет либо по итогу экономии средств по итогу 9 месяцев, либо дополнительное финансирование, где будут выделены деньги на производство уже самих работ. На проект экспертизу нам пока у нас средства есть. Это мы сделаем. И коммунальники, и мешканці впевнені, що до вирішення проблеми мають долучитись депутати міської ради. Мы не знаем даже своего депутата нашего дома, потому что в Карцеву ходили на прием, он искал, но он в АТО. Хочет человек помочь Карцеву, но, говорит, он в АТО. Ну, а вы знаете фамилию, то есть кто у вас депутат? Мы даже фамилию не знаем, засекреченная. Хотелось бы вот даже взять по Ленина
22, вот эти дома, которые входят в округ депутатов городского совета, чтобы они тоже немножко оказывали помощь в приобретении материалов. Мы уже сами выполняем работы, мы оплачиваем, то ли подрядчиком нанимаем, то ли своими силами выполняем работы по ремонту. То есть оказать помощь в приобретении материалов. То есть депутаты нам выделяют энную сумму денег, мы их используем. Пожалуйста, деньги все проверяются. Если вот и Суслова тут у нас есть, Рогов у нас есть, вот, Кантер у нас есть, потом Жинжируха, и поехали, Воронов есть у нас. В общем, по этому адресу пока на данный момент у нас 22-й проспект Ленина, депутат Масленников. А тим часом департамент житлово-комунального господарства готує перелік найбільш проблемних об'єктів, які потребують термінового фінансування. Будинок номер 22 на проспекті Леніна є у цьому списку. Різні аварійні ситуації, все-таки город наш доволі немолодий, появляються то одно, то второе, то третє питання, які необхідно вирішити. І где-то ми ці вопросы накапливаем. По разным направлениям. Дороги, крыши, коммуникации и так далее. То есть по нашему профилю мы накапливаем эти предложения. И на следующую сессию, которая будет по пересмотру бюджета, мы эти предложения будем вносить депутатскому корпусу, департаменту финансов о том, что нам необходимо выделение там, определенной еще суммы на решение тех вопросов, в том числе и ремонт крыши. Под эти предложения на сегодняшний момент у меня сформированный следующий пакет адресов, которые нуждаются в максимально в скорейшем производстве ремонтных работ кровель. И в зависимости от того, сколько будет выделено и будут ли вообще выделены эти деньги, будет уже решаться вопрос по поводу ремонта.